Мука высшего качества, маргарин, сахар, сухое молоко, цукаты, изюм. Таков состав кулича столичный. Около 20 минут тесто замешивается в специальной тестомесильной машине. Она, кстати, схожа с кухонным комбайном, правда, в 10 раз больше. Тестоводу остается лишь включить нужный режим. Она дает, смешивает серию ингредиентов, которые входят в состав нашей пасты. А второе уже замешивает тесто до определенной структуры теста, которое оно обогащается кислородом очень хорошо. Все, воздушное тесто у нас получается. После того, как тесто замесили, оно попадает в вот такую машину разделочную. Светлана, скажите, чем вы тут занимаетесь? Чем ваша задача? Я стою на делителе. В данный момент я формую кулич столичный. Значит, сейчас он делится, потом он идет в округлитель, формочки. После формочек оно попадает в расстойку. В расстойке оно стоит 60 минут. В это время пекарь уже готов отправить большую порцию пасхальных куличей в печь на 45 минут. К слову, это оборудование на производстве совсем недавно. Новые технологии позволяют выпекать в разы больше пасхальных изделий. Здесь уже стоит компьютерная автоматика. Она следит сама за программой, за выпечкой. То есть мы находим свою нужную продукцию и печь ее выпекает. Ежегодно на столичном хлебокомбинате появляются несколько видов новых куличей. Также меняется рецептура, вес и внешнее оформление традиционных изделий. Современные технологии коснулись и украшений. Теперь на прилавках магазинов можно будет встретить пасхальные куличи, украшенные сахарной пастой. Интересно, что все изображения распечатаны на пищевом принтере. Вот такое ноу-хау. Есть программа, которая предусматривает работу с этим принтером, где в ней все настройки, размер, качество изображения, цвет, и, соответственно, любую картинку можно нанести на эту поверхность. В этом цеху царит творческая атмосфера. Украшение пасхальных куличей – целое искусство, в котором нет места плохому настроению. Мы украшаем куличи с шоколадной начинкой, украшаем его, то есть глазируем его шоколадом белым, мы его растапливаем и сверху посыпаем карамельной посыпкой. Мари, чем вы покрываете куличи? Мы покрываем куличи обычным белком. Есть какой-то определенный процесс, как правильно, технологии выполнения? Может быть, какое-то настроение должно быть особое? Настроение должно быть отличное, предпраздничное. Я хочу вам тоже немного помочь и справиться с вот таким большим количеством пасочек. Шесть часов – именно столько необходимо времени на изготовление пасхальных куличей. От первого замеса до появления его на прилавках магазина. Пожалуй, и я возьму, ведь совсем скоро светлый праздник Пасхи.